давайте вместе полистаем мой скетчбук. Это скетчбук ручной бумаги, купленный мной в Фабриано, и я здесь рисую во время своих путешествий. Это зарисовки из нашего круиза в 2019 году. Венеция, Бари, это уже Греция пошла. Это виды с круизного лайнера, когда вы плывете вокруг только моря, и иногда где-то вдали виден берег. Греция, остров Санторини. Прекрасные греческие цветущие домики и улочки, очень красивые. Это поездка в город Гальштадт в Австрии. Это небольшой городок на озере. Это Египет, море, пляжные зонтики. Мы там плавали с черепашками. Это зарисовка с карантинной весны. Первая весна, 2020 год, карантин, вышла на пленэр. Поездка на скалы в Чехии. Очень много здесь парков со скалами. И майские рапсовые поля. В Чехии в мае всегда все желтое. Это моя первая встреча с урбан-скетчерами в Праге. Мы ходили рисовать центр города. Это моя вторая встреча с урбан-скетчерами. Рисовали на Карловом мосту. И две зарисовки из Питера. Петропавловская крепость и закат. И петроградская сторона. Серые домики.